Нину Павловну можно? Да нет, ничего. Я еще позвоню. Спасибо. Сейчас открою! Не надо, папуля! У меня ключи! Это я тебя так приветствую! Я твой кабриолет увидела. Ешь без сметаны? Точно. Стоп, дочка, хватит. Ничего, съешь. Ой. Как дела в школе? Потрясающе, папуля. Мы завтра не учимся. Представляешь, какая везуха? Это почему же? Грипп. И что самое грандиозное, у Юрки в колледже буквально то же самое. Какой еще колледж? Ну, в ПТУ его, аналогично карантинч. Так что мы завтра запросто можем поехать за город. Угу. Белье из прачечной привезли? Все окей. Угу. Я тебе сейчас вторую положу. Давай. Куда она опять задевалась? Ты сегодня во сколько дома будешь? Кончаю 23:30. Сегодня никуда не уходишь? Нет, Юрка должен зайти. О, скажи, что я ему достал болты М6. Что это такое? Он сам знает. Ребят. Целую. Алка, жаль, что ты не успела на защиту. Было столько народа, даже один член кор. Да? А из института полимеров кто-нибудь присутствовал? Конечно. Так ведь кто защищался? Ой, такси! Такси! На Горького. Девочки! Да чего же я расстроилась? Все, думаю, засыпалась. Ладно, хватит об этом. Ой, девчонки, совсем забыла. Вчера приходит Володька мой с работы и говорит: держи, старушка, презент за диссертацию. Кристиан Диор. 53? 60. Опять подражали? Энергетический кризис во Франции. Ой, какой восторг. Дорогой. Здравия желать, товарищ старшина. Здорово, батя. Ну ты что, дальтонизмом страдаешь? Задумался как, товарищ начальник. Замечтался. Замечтался. Попадешь на заслуженный отдых, там и мечтай себе, сколько влезет. Давай права. А может, деньгами? Ну ладно, давай. Сейчас я квитанцию дам. Да ведь квитанции не надо. Ну это ты... Брось, держи. Держи. Все в восьмом сидишь. В десятый перешел. Академик. Кристиан Дивор. Чего? Духи такие французские, 60 рефлакончик. Ври больше. Ей-богу. Ну ладно, надо поезжать. А ты, Руб. Что случилось? Да ничего, поговорили о духах. Легче диссертацию защитить, чем найти няню. С утра бегу к соседке. И на коленях молю посидеть с ребенком. После работы бегу домой варить кашу. В другой раз отвожу его к тетке. Несусь за ним, сломя голову. По дороге забегаю в магазин и потом опять варю кашу. А от Володьки толку мало. Его никогда нет. Он вечно в командировках. Почему ты не отдашь ребенка в ясли? Пока туда устроишь, он уже в школу пойдет. Выходите, девочки, я расплачусь. До свидания. Мне очень жаль, что вас оштрафовали. Ничего, сам виноват. До свидания. Эй, такси! Свободен, шеф? Я поехал. Садись. А тебе-то чего ехать? Садись, садись. Иван Николаевич, починитесь, поезжайте в академию. Я доберусь. Здравствуйте. Здравия желаю, товарищ генерал. Казанского вокзала, пожалуйста. Есть.
Если бы ты в прошлом году позвонил кому следует, я бы сейчас, между прочим, был уже на втором курсе института, а не в армии. А как тебе не стыдно? Ты кому это говоришь? Ну, знаешь ли, я в твои годы... Да? Знаю. Один в мои годы коров пас, другой камни ворочил, третий еще как-то утверждал свое пролетарское происхождение. А вот мы, которые не пасли и не ворочили, в чем ты всю жизнь перед вами виноваты? Удобненькая у вас позиция. А если бы ты не попался на самовольные отлучки? Если бы тебя не посадили на гауптвахту, ты бы сказал такое? А тебе бы и в голову не пришло. А? Да что толковать? Койку заправить не умеешь, а стрелялся хуже всех. Ну ладно, хватит. Служить в армии плохо, стрелять безнравственно. Да еще при такой технике, какая у вас сейчас. Тебе бы дали то, что нам в 41-м. Помните? Еще бы. Благодарю. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания. Желаю. Пошли. Носильщик, подойди сюда. Здорово, батя. Задержись на минутку. Быстрее. Поговорить надо. Потерпишь. Выстраивайтесь за мной. Быстрее, быстрее. Не потеряйтесь. Мы пойдем к поезду, а вы догоните нас. Здорово. Здорово. Значит, как там на мискоме? Разбирали мое заявление? Разбирали. Ну и путевка будет? Ох, как ты мне надоел. Я сказал, будет. Понял? А то я в прошлом году там тоже отдыхал. Так 4 КГ сбросил. Меня никто узнать не мог. Собака, 4 буквы, последняя С. Мне будто принц Мокс ко мне примчался на серебряном коне. Воздушный винт. Искали нас танцоры, барабанщик и трубач. 48 дирижеров и один секрет. Заслуженный работник, воин. Ветеран. Машка, ну мешаешь ведь. Ты чё? Чего ты? Юрка, ты счастливый будешь, у тебя две макушки. Вот одна, вот другая. Машка, у тебя совесть есть? Но я из-за тебя второй раз перепаиваю. Другой бы за счастье считал. Кто это другой? Да там пустяки. Ты смотри у меня. Юрка, ты отца ждать будешь? Он что-то хотел тебе передать? Забыла. А когда он придет? Часам к 12. Меня в общежитие не пустят. Тогда я тебя провожу. Проводи.
Вам куда, молодые люди? Странный вопрос, шеф. Мы еще не сели в аппарат. У меня смена кончилась, в парк еду на Кутузовку. Блестящий, шеф. И нам туда же. Я не хочу ехать. Поехали. Я не поеду, мне домой нужно. Садись. Садись. Ну, прекрати, пожалуйста. Ну, не надо. Попроси остановить машину, я выйду. Не дури, Саца. Шеф! Шеф, у тебя спички есть? Нет у меня спичек. Ну, не надо. Я прошу тебя. Мне домой нужно. Знаешь, какой дома скандал будет. Я прошу тебя. А ну прекрати! Езжай, езжай, тебя не вызывали. Ты что, шеф? Ты что? Где ты живешь? Я вылезу. Я спрашиваю, где живешь? У меня денег нет. Где ты живешь, я тебя спрашиваю? На Арбате. Дом? 51. Пойдем, провожу. Столкнуться суждено в метро и под часами, и около кино. В метро и под часами, и около... Знал бы твой отец. У меня нет отца. Ну, мать все равно. Спасибо. Кушай на здоровье. Она заходит запросто в мечты и сны ребят, не спрашивая паспорта и есть ли аттестат. Ах, не спрашивая паспорта и есть ли аттестат. Но кто мог знать об этом, что день придет такой?
Маша! Машка! Машка! Ой, папуля пришел. Чего, па? Марш домой немедленно. Я провожаю Юру. Здравствуйте. Домой! Че это с ним? Не знаю. Домой, кому я говорю! Сегодня ты гуляешь до часу ночи, а завтра, может быть, вообще ночевать не придешь. Что с тобой? Ты о чем говоришь? Сколько раз я просил эту дрянь в коридоре не ставить? Это что? Это что? Мы тебе бритву чинили. Плевать я хотел на бритву. Квартира не убрана, все разбросано. А ты с мальчишками по парадным диспетчерам... Папа! Что, папа? Что, папа? Вам хихоньки да хахоньки, а мне потом слезы горькие, да? Я нигде не буду. Я в такси работаю. Вы у меня все как на ладони. Я каждого как сквозь рентген вижу. Прекрати. Была бы жива мама. Прекрати немедленно! Да как ты смеешь? Смею! Я от тебя ничего не скрываю, а ты... Что? Что я? А ты у меня уже два раза говорил, что идешь работать в ночь, а сам? Ты думаешь, я ничего не знаю про Нину Павловну? Замолчи! Машенька, я завтрак приготовил. Звони Юрку, мы же за город собирались. Помнишь? Помню, папа. Ты знаешь, я вчера генерала возил одного, а у него сын солдат. Понимаешь? Ну что? Машенька. Да, папа. Ты знаешь, доченька, ты что-то хотел сказать, папа? Ничего. Слушаю. Да я. Да чтоб вы лопнули. До которого часа? Ладно. Дочка, меня на работу вызывают. Сменщик заболел. Рожков Витя. Ты его знаешь. Я поеду. А ты дома будешь? Дома.
А может, вы вдвоем за город поедете? Я буду дома, папа. Ну-ну. Внимание! Старший механик, пятой колонны, товарищ Иван... Здорово! Ну, как дела? Что, батя, порядок? Порядок! Поезжай. Слушай, твоей дочке сколько? Которой? У меня их две. Младшей. Черт тебя знает. Она лет пять не говорит про это. Давай я тебе лучше про внуков расскажу. Нет, про внуков не надо. Есть! О! Спички-то есть? Тоже нет. Держи. Возьми еще. Я у тебя парочку. Только спички тогда. Вот я говорю, как с армии пришел, все тоже норовил в такси пойти. Не взяли. Это почему же? А у меня третий класс. А нам говорят... С третьим классом не нужны. Нам говорят, требуются водители опытные. А ты учись, повышай квалификацию. Да некогда. В самодеятельности на балалайке учусь. Так. В хоккей за городской трест очистки играю. Угу. Даже с любимой девчонкой в кино сходить некогда. Спасибо. А в Организации Объединенных Наций ты не заседаешь? А там как-то без меня справляются. А что? Да ты какой-то занятый весь. Спасибо, отец, за курево. Пожалуйста, пожалуйста, сыночек. Давай. Здравствуйте, Петрович. Здравствуйте. Я поехал. Давно пора. Можно съездить? Тебе чего? Заявки подписать. Зайди попозже. Сколько же раз надо заходить? Сколько надо, столько будешь заходить. Видишь, занят. Ну, что у вас дальше? Ну, вот я и говорю. Это что же получается? Рабочий человек садится в такси, а ему морду бьют. Он возить обязан. Ну, он... понял, понял. Не волнуйтесь, товарищ Зайцев. Садитесь. Разберемся и накажем. Это я вам как начальник колонны обещаю. Но и вы поймите нас. Шоферней трудно, это такая публика. Что ни день, то ЧП. Как на линию выехал, так все. И никакого за ними контроля. А почему? А все потому, что у нас нет коллектива. А что я один могу сделать? Вот молодой человек, помогите нам. Парень вы серьезный, не хлюст. Садитесь. Вот вам бумага. Пишите все, что рассказали. Разговор – это слова. Слова к делу не пришьешь. Нам нужен документ. Писать на ваше имя? Зачем на мое? На имя директора таксомоторного парка. Так. Дальше как писать? Такого-то числа, в такое-то время.
мной, гражданином таким-то, проживающим там-то и там-то, было нанято такси вашего парка, номер такой-то. Во время пути следования водитель такси 1682 неоднократно отпускал грубые реплики в мой адрес и адрес моей спутницы. Ты не смотри, пиши, пиши. Все правильно. На Ленинске есть кто-нибудь? Ой, как здорово. Сколько мы стоим? Да с полчаса, наверное. Это просто черт знает что, безобразие. Ой. Выпьем? А? Доцент, пока другая подойдет, успеем, а? Да? Не смейте ко мне приставать. Чудак. Разве я пристаю? Я тебе выпить предлагаю. А? Ну что ты, наглец? Ничего. Ну почему наглец? Почему наглец? Я тебе выпить предлагаю. Ты что думаешь, денег нет? Так с этим делом все нормально. Ты знаешь, как мне скажу? Рецидивист. Жулик. В милицию его надо. Барышня, была бы вы мужского полу. Тихо, тихо, тихо. Пацаны, тихо, все нормально, все хорошо, все нормально, все нормально, по коньячишке. Чего не с утра выбивать? Ну что? Ну, что? Ну ладно, не валяй дурака. Ладно, ладно. Не пьете коньячишку, берите на сберкнижку. Совсем очумел. Послушай, возьми деньги свои обратно. Ой, ой, люди скучными. Эй, шустрее. Кто первый? Ну куда ты, куда ты? Выпить ты не хочешь, а в тачку ты первый, да? Кто первый? Я полагаю, вам известно, что в таком состоянии возить не следует. Ой, ну кто пьяный, кто пьяный? Я трезвый. Ну трезвый садись. Ну и... Ну куда он? Куда тебя? А куда хочешь? Так очередь. Ну тогда вытрезвитель. Не, меня вытрезвитель надо было вчера с вечера, а теперь поздно. Ой. Ну что, гульни по набережной. Бать, я опущу стекло. Опускай, опускай, проветрись. Эх, ну чего они такие злющие? Они не злющие, они люди. У каждого свое. Знаешь, в каждой избушке свои погремушки. Может быть, неприятности какие по службе, в семье. Мало ли что бывает. А ты им голову морочишь, пристаешь, выламываешься. Делать тебе нечего. Ну и что, погулять нельзя?
А может, им гулять неохота? Ты об этом подумал? Человек вернулся в столицу, целых 2 года на зимовке вкалывал. А что ты там делал? Водителем вездехода. Мне эти деньги... Ты передо мной деньгами не хвастай, водитель. С какой радости гуляешь? Братья. Ну? Останови, подышим маленько. Ладно. Вышла замуж за моего друга, не дождалась. Нет у меня теперь ни друга, ни невесты, понял? Со мной на зимовке, как с писаной торбой носились. Потому что нужен был. И правильно. Что я без них? А они без меня? С профессором, доктором наук. Из одной миски кашу рубали. 800 километров. Поезда водили с Анной. 50 градусов мороз, а мы вперед и вперед. И каждый делает свое дело, потому что за нас никто его не сделает. А сейчас? Так ты вот, понял? Понял. Ну а в Москве-то что, никого нет? Есть. Тетка? Тетка-человек. Тетка-человек. 4 года до армии жил у нее. Ой. А где она живет? Тетка? Да. В теплом стане квартиру дали. Хорошо. Хорошо. Давай махнем к тетке. Обрадуется. Ой, батя, ты педагог. Здорово. Привет. Слушай, не, что? Кто крайний? Мы. Ты не нервничай, возьми себя в руки. Не, ну вообще он хорошо сыграл, батя. Если будет нужно, я ему сам все объясню. Только попробуй сунься. Да, он тебе болты достал, М6. Спасибо. Нужны мне теперь его болты. Дурак. Он тебя побил? Ты что, с ума сошел? Да понимаешь, в жизни пальцем не тронул, Ниночка. Помню, в 4-м классе дневник с двойками зарыла во дворе. Так ведь нашел какие-то слова. Не хватался за ремень. Сообразил, что нельзя, что можно душу человеку покалечить. А тут прямо наваждение какое-то. В общем, я сейчас приду. Не приходи, я буду занята. У меня дел по горло. Значит, все? Слушай-ка ты, кончай разговаривать, понял? Подожди секундочку. Ну ты клизма. Тебе сейчас врезать или потерпишь? Иди умойся и не мешай говорить человеку. Значит, все, да? Ничего не все, ничего не все. Просто человек иногда должен быть один. Я тебя люблю. Что? Я тебя люблю. Слышишь? Что мне делать, Ниночка? Ну, что мне теперь делать, а? Привет. Я же запретила тебе приходить. Давай помогу. Я же сказала, чтобы ты не появлялся. Не работает. Ты я звоню?
was great. It was especially the Pine Hockey. Oh, that was great. You know, the Canadians lost last night. Maybe if they'd had those Bears on their team, they would have done better. Oh, I'm sorry. I'll be back in a minute. Well, no, I'm never going to be back. I don't remember. Товарищ водитель, вы по вызову интуриста? Так точно. Олег Попов. He's really better than any... Okay, I'll be back before long. So let's go, if you don't mind. Be careful. See you later. I'm glad you enjoyed that performance. I certainly did. I haven't laughed so hard since I was a child. Don't accompany me. I want to go there alone. You won't get lost. Don't worry about me. I'll be back in time. Bye-bye. Эй, парень, куда ее везти? На Новодевичье кладбище, голубчик. Извините. Ради бога. Вы хорошо говорите по-русски. Не мудрено, мой друг. Я из Петербурга. А теперь где живете? Сан-Франциско, Калифорния. Не жалеете? Увы, голубчик. Жизнь состоит из потерь. Проводите меня, будьте любезны. Пожалуйста. Вы не скажете? Простите. Где тут можно купить цветы? Идите по центральной аллее, там справа будет цветочный магазин. Спасибо большое. Пожалуйста. Извините, пожалуйста. It's perfectly all right. В конце концов, существует правило общежития. Если ты живешь с человеком под одной крышей, изволь доверять ему во всем. Мне противно, понимаешь, противно. Когда он бегает к этой Нине Павловне, а мне то про ночную смену, то еще что-нибудь вкручивает. Помоги оттащить стул. Причем я убеждена, что она вцепилась в него мертвой хваткой. Ты знаешь, я себе очень четко представляю этот тип одиноких дамочек, которым кажется, что это последний мужчина в их жизни. Машка, а ты ее когда-нибудь видела? Видела. Один раз, мельком, издалека. Ну и как она? Ничего. Смотрится. Слушай, Машка, а давай я тебя к своим во Владимир отвезу. Ну а что, ты там и школу кончишь. Господи, ну о чем ты говоришь? Как я его могу одного оставить? Юр. Ты думаешь, он сейчас действительно на смену поехал? Чёрта с два, он сейчас наверняка у нее. Ладно, давай вынесем ковер. Давай.
Will you have a cigarette? Нет, я курю только папиросы. Что такое? Что случилось? Что ж ты делаешь, гад? Тебе только на валах ездит. Куда ты смотришь, дубина? Иван! Ванька! Живой! 30 лет! А я-то думал, Ванька! Узнал, браток. Узнал. Волоколамск, помнишь? Червоненко. Помнишь? Витьку, интеллигент. Госпиталь под Смоленском, помнишь? Помню, Иван. Ох, как что я случилось? Все помню. Что случилось, товарищи? Ничего, все в порядке, сынок. Освободите перекресток. Ты садись, не бойся, я за тобой поеду. Садись, садись, садись. Ну чего стоишь? Я сказал, что я за тобой. Я тебя тогда так искал. У нас график жесткий, поехали. Ты женат? Поехали! Пацанов уже трое. Слушай, Иван. Поехали. А ты женат? Нет, не женат, дочь невеста. Помоложе бы. Зато теперь я умней. Ты телефон-то хоть запиши. Давай. 243. 243. 33. Повтори. 243. 33. 24. А. Ты завтра работаешь? Гуляю. Проводи еще остановку. Давай, давай. Следующая остановка – Большой Каменный мост. Я завтра с самого утра дома. Обязательно приду, а то, не дай бог, еще 30 лет пройдет. Пойми, Машка, он одинокий человек, понимаешь, одинокий. Ну вот ты скажи, может быть человек одиноким? Он одинокий. Как это он одинокий? А я? Ну ты для него ребенок, понимаешь, ребенок, и всегда будешь для него ребенком. Он пожилой человек, пойми ты это, черт возьми, он пожилой человек. Ну ты... Когда я родилась, ему было уже 42 года, меня поймут, как это зовут, поздний ребенок. Ну ты пойми, наконец, что он для нас пожилой человек, а для Нины Павловны... Боже, ты знаешь, что у них разница чуть не в 20 лет? Ну и что? Давай перевернем ковер. Он ведь так любил маму. Машка, но ведь прошло уже 11 лет. Слушай, Юрка, а вот если б я умерла, да?
и прошло бы 11 лет. Ты бы тоже так смог. Дура! Ты никогда не умрешь, слышишь? Никогда! Чего подрезаешь, лихач? Зевать не надо. Слушай, Машка, а может, у него что-нибудь вчера на работе случилось? Ну, я-то тут при чем? Нет, он почему не верит? Тебе-то он верит. Так что же он захотел эту истерику? Это он мне не верит. Как меня сточертели все эти взрослые. Я думала, хоть мой не похож на остальных. И самое интересное, что все пишут, то про акселерацию, то про инфантильность, то про ранние браки. И главное, кто пишет, а? Угу. Люди, которым в силу их почтенного возраста все это уже давным-давно недоступно. Чего недоступно? Юр, ты есть хочешь? Ну, как тебе сказать? Все ясно, значит так, мы сейчас быстренько сваливаем это барахло, я в темпе сервирую на кухне стол, ты пулей летишь в булочную, а я почищу картошку. Договорились. Свободно? Становись. Здоров. Здорово. Чего это? Аванс. Слышь, бать, тут ко мне из Горьковской области тетка жены приехала с заловкой. Ну, тетка, я тебе доложу, мотор. 67 лет, а она по всей Москве как на скипидаре доносится. Кремплин ищет. Прямо взбесилась. Я вчера спрашиваю отца, где твоя зарплата? А он мне, не твоя забота, говорит, в универсаме работаешь, сама себя и прокормишь. Я ему говорю, как тебе несовестно, если бы была жива мама, а он... А заловка исключительно югославскую спальню хочет. Я говорю, Дусь, а французский кабинет Людовика 14-го тебе не надо? Она говорит, надо, а где дают? Вот чудач, с ума сходит. Уеду я. Завербуюсь куда-нибудь и уеду. Ну, кому он такой нужен? А я прошлым летом в деревне у них гостил. Знаешь, какой костюм там себе купил? И чего они по Москве носятся, когда у них там все есть? Только очереди создают. Ты чего? А тогда?
умоляю, побыстрее. Когда отходит теплоход? Ровно через 45 минут. Успеем. Успеваем. Перестань курить. Не нервничай. Да. Ты-то всегда спокоен. А я успокоюсь тогда, когда буду сидеть в каюте. Все будет в порядке. Ты можешь помолчать? И все твоя дурацкая щепетильность. Телефон без очереди ты поставить не можешь. Машину из министерства ты вызвать не можешь. А что ты вообще можешь? Другие мужья, занимающие такое положение, как ты, не заставляют своих жен так мучиться. У Светланы муж всего лишь заместитель начальника главка, а она как тюрьма. Не волнуйся. При чем здесь телефон? При том, что такси можно было вызвать по телефону. У всех твоих сотрудников телефоны есть, а у тебя его нет. Будет, будет телефон. Дом ведь новый. А машину из министерства я вызвать не могу, потому что я 2 дня уже в отпуске. Неприлично. 20 лет я живу с этим святым идиотом. Что случилось? Ну вот я так и знала. Пожалуйста, с тобой вечно что-нибудь. Куда ты? Отстань! Что, плохо? Сколько осталось до отхода? 23 минуты. Успеем. Прекрати истерику! Всему наше. Отгони. Так, где моя машина? Твоя машина там, в хвосте. Спасибо, ребят. Ладно, чего там. Папаша, да. Где у тебя там? Я у вас там папироска стрельнул. Ну что ж, кури на здоровье. Ну как, успели? Успели. Уже трап убирали. Здорово, Вань. Привет. Забавный клиент попался. Небось. Пижон какой-нибудь заезжий? Нет, наш коренной. Министр, не меньше. Ну да. Да, вот такой мужик. Не возражаете, если заправимся? Вообще-то я спешу. Я быстро. Ну ладно, давайте.
Привет. Сколько лет, сколько зим. Здоров, бат. Бондаренко. Ага. Здоров. Здоров. Ты-то здесь откуда? Откуда, откуда, известно. Из мест не столь отдаленно. Давно? Недели три. Тебе сколько? До 60 без малого. Я бензину говорю, сколько? 40. Глав, давай 40! Чего ты в парк-то не зайдешь? Неохота душу травить. И здесь всех вижу. Тебя вот ждал. Когда, думаю, мой бывший сменщик появится. А ты с кем работаешь сейчас? Рожков Витя. Помнишь? Ты думаешь. А дочка как? Отличная деваха. Человек. Сейчас за ней глаз да глаз нужен. Возраст такой. Никакого глаза за ней не нужно. Этим только обидишь лишний раз. В этом возрасте самый страшный человек обидеть. А в другом возрасте можно? Нет, нет. Обижать людей ни в каком возрасте нельзя. А ты что? Себя, может, обиженным считаешь? А ты как думал? Нет, не обиженным ты себя считай, а счастливым, что тебе тогда не 5 лет паяли, а только год. Нажрался за рулем, машину покалечил, да еще обижается. Да, брат, не ожидал я от тебя. На, держи. Так что ты, Петро, себя к великомученикам-то не причисляй, понял? Вы, кажется, спешите. Как вы считаете, какая машина лучше? Жигули или москвич? Вот тесть говорит, что москвич. А я ни на той, ни на другой не езжу. Осторожно. Вы книжку какую взяли? Никакую. Дочке рано. А я и на этой накручусь за день так, что руки отваливаются. Понятно. Но это не ответ. Вот вы мне скажите, почему это как в такси сяду? Только вы не обижайтесь. Да нет, пожалуйста. Так обязательно с водителем разговор об автомобилях заводят. Или вы считаете, что мы ни о чем больше думать не можем? А? Зачем же так? Вот вы кем работаете? Я врач. По какой специальности? Кардиолог. Это как? Сердце. Скажите, доктор, почему это я как немножко попсихую, у меня вот здесь так зажмет? Со мной то же самое. Что, тоже зажимает? Нет. Как узнаю, что я врач, сразу про болезни. Знаешь, о чем я думаю? Обо мне. И тебе тоже, конечно. Я думаю, дело не в орденах. Что? Ну, то, что они у них есть, а у нас нет. Кого? Орденов. Дело в том, что они знают что-то такое, о чем мы даже не подозреваем. Ну. Ну, вот я, например, не знаю, как бы я вел себя в бою, в атаке. А они знают. Они прошли через это. Они себя знают, проверили. А мы? На что мы способны? На подвиг или... Вот мне как-то не по себе от этой неуверенности. Ну, напрасно. А знаешь, если на нас посмотреть с расстояния, ну, в 1000 лет, может, им покажется, что нам тоже трудно. А? Да. И уж, наверное, нам сегодня есть где и как себя проверить. Что, не правда? Правда.
парк еду на Кутузовку. Окажите любезность, ну пожалуйста, нам так надо. Мы опаздываем, нам совсем рядом. Дорогой, миленький, я вас очень прошу, пожалуйста. Ну, быстрее. Спасибо. Садись, Медуза. Зачем так грубо? Нагатинская, 2. Нагатинская? Ничего себе. Опять раскопали. Мне все это надоело. Мы все время куда-то едем. Зачем там чимся? Но это же прекрасно. Ну, ты можешь хоть один вечер побыть со мной дома? Не. Так. А почему? Ну, как же ты не понимаешь? Я хочу, чтобы все, и знакомые, и незнакомые, видели, за кого я вышла замуж. И какой ты у меня хороший, добрый, талантливый. И что ты только мой, мой. Понимаешь? Сегодня клиент забавный попался. Дай закурить. Садится на Казанском. Говорит, гони шеф на Ярославский. А я ему говорю, ну пошел ты подземным переходом. Кто от тебя так приложил? Подружки. А гаяк составила? Да нет, обошлось. Да что с ним толковать? Вчера на ремонте постоял, коробку перебирали. А сегодня выехал, вторая не врубается, третий со скрежетом. Еле дотянул до парка. А план тю-тю. Да я на своей развалюхе второй месяц план не привожу. А в колонии 6 новеньких стоят. Попробуй, получи. Слушай, садится ко мне сегодня одна. Я аж обалдел. Я ей говорю, куда? Она мне отвечает, вези, миленький, куда хочешь. Ну да. Представляешь? Хватит трепаться-то. Каждый год одну и ту же байку рассказывать, а вы и уши развесили. Дистрофик. Здравствуйте, Зиночка. Здравствуйте, батя. Устали? Честно, устал. Батя, вас Фофан ищет. Забегался родимый. Он мне самому во как нужен. А, проходи, проходи. Ну, как делишки, как детишки? Да ничего. Василий Васильевич. Да. Ты Бондаренко помнишь? Это который сидит? Отлично помню. Да он уже не сидит, его выпустили. О, смотри, время-то как бежит. Слушай. Да. Давай возьмем ее в нашу колонну. Водитель он, будь здоров. Ну что ж, это мысль отличная. Ты с этим делом в кадре. Ладно. Что у тебя ко мне? Садись. Вот тут один клиент жалобу написал. Какую жалобу? Вот смотри, сколько нацарапал. Прямо война и мир. Я ему говорил, молодой человек, вы что-то путаете. Этого не могло быть. Не тот у нас коллектив. Бывает, конечно, отдельные случаи, но чтоб такого. Хотел я его турнуть. Ну, сам знаешь, потом не расхлебаешься. Вот ты у нас лучший водитель. Член месткома, опора, так сказать, коллектива. Да, клиент божится, клянется. Номер вот твой записал. Прямо не знаю, как быть. Решай сам. Да, подонок. Кто подонок? Он подонок. Наврал много? Да нет, понимаешь, наврал немного. Видишь, не наврал. Ага. Только как повернул сукин сын. И откуда у него такая ловкость? Ну, будто ты современную молодежь не знаешь. Молодежь тут ни при чем. Он эту бумагу как опытный подлец написал. Нет, погоди, погоди, погоди. Ты его из машины вытащил? Вытащил.
по фотографии смазал? Не было этого. Допустим. Девку у него увез? Ты что, сдурел? Куда увез? Ну, это тебе лучше знать, куда. Я ее домой отвез. Слышишь? Домой! Подожди, успокойся, успокойся. Сядь. Я тебя ни в чем не обвиняю. Может быть, ты и прав. Но вот бумага такая есть. Ну и что? Как это что? Вот если она чистая, просто бумажка, а раз на ней написано, так это уже сразу документ. Но будь он написан на мое имя, я бы порвал его. А он написан на имя директора. Попробуй не дать ему ход. Верно? Ну вот, тот и оно. Факты есть, ты их не отрицаешь. Ну а раз так, как это раньше говорили, клиент всегда прав. Слушай, Фофанов, откуда в тебе такая лакейская убежденность? Батя, ты поосторожнее выбирай выражение. Я чаевые не беру, пятачок-гривенник. Ты что, Фофанов, думаешь, я в пояс кланяюсь, когда их суют мне? Мне эти пятачки-гривеннички вот где сидят. Мне за пятачок каждый сопляк ты говорит. А мне дочь взрослая. Может быть, тебе неизвестно, куда наши гривенечки идут? Я не беру чаевые. Это ты весь техперсонал приучил доить из нас водителей пятачки да гривенечки. Аккумуляторщику дай, слесарям дай, вулканизаторам дай, мотористам без пятерки не сунься, а уже на ТО-2 без червонца не заезжай. А за что мы платим? Подумать только. За то, чтобы на исправной машине на линию выехать. Так что, Фофанов, ты не крути. Наши чаевые тобой же и установлены. Вы почему со мной так разговариваете? Я что, взятки беру? Берешь. По 5 червонцев с водителей за новую машину берешь. Ты мне платил? Я-то тебе не платил. Ты меня всегда боялся. Ты меня и сейчас боишься. Потому и кляузу всю эту составил. Что, я? Ты. А ну давай из кабинета! Мы с тобой в другом месте поговорим! Вот это точно! Смотри, не взорвись! Земля, она круглая! Неизвестно, как она для тебя повернется! Дурак! Она всегда в одну сторону вертится! Батя! Слушай! Помнил я, сколько моей младшей лет. 31. Домой. Домой. А про внуков я тебе могу рассказать много замечательных историй. Ты зря пугаешься про них слушать. Это я тебе скажу очень полезно. Потому что, как только наши дети начинают шуры-муры заводить, мы для них перестаем существовать. И тут тебе жить не хочется. Точно? Точно. А появляются внуки, и наш брат с тобой значение резко возрастает. Во-первых, ты становишься всем нужен. Тебя эксплуатируют, а ты радуешься. А во-вторых, начинается новая твоя жизнь. Появляется маленький, а у тебя появляется ответственность за него. Больше, чем у его родителей. Шалопутов. Таким образом, жизнь твоя продлевается. Ты уже от тоски готов был ноги протянуть. А тут у твоих детей что-то там рождается. Считай, что это ты возникаешь заново. Понял? Потому что он тебе может задать столько вопросов, что ты за 100 лет на них не ответишь. Вот ты и стараешься жить как можно дольше. Ну, пока. Спешу, Петрович. До свидания. Слушай, а твоей дочке сколько?
17. Пу. Я с ним как с человеком. Знал бы, что она малолетка, и разговору не было бы. Машка, ну я пойду. Подожди. Я тебя провожу. Проводи. Только переоделась. А я покурю на лестнице. Нину Павловну можно? Прости, не признал, Ниночка. Слушай, вот какое дело. Давай завтра приходи к нам домой. Я тебя с Машкой познакомлю. И вообще, пора. Да нет, никого больше не будет. Мой дружок фронтовой, с супругой, наверное. Машка с товарищем, ну и мы с тобой. Вот и все. Да. Ничего, ничего, дорогая. Пусть виски серебрит седина. Это ваши сердца сберегая. Нас слегка присолила война. Ничего, что щепоточку соли кто-то бросил на черную прядь. Крепче будем, не будем, не боли. Нас теперь не сумеют сломать. Все придет соловьиные треди и заката малиновый час. Только б наши сердца не старели, не старели бы души. У нас. Огорчаться от каждой морщины я, ей-богу, не вижу причин. Посудите, какой же мужчина без добротных военных морщин. Нам досталось и счастья, и муки в эти годы прожить на земле. Будем думать о встрече в разлуке, будем помнить о солнце во мгле. Все придет соловьиные трели и заката малиновый час. Только б наши сердца не старели, не старели бы души у нас.